Этот ребенок был воспитан дикими животными. Когда ему было несколько месяцев, его бросили родители в этих нигерийских джунглях из-за того, что они не хотели ребенка с ограниченными возможностями. К счастью, вскоре его нашла группа шимпанзе, которая решила заботиться о нем. Они любили его и ухаживали, как будто это был один из них. Через несколько месяцев его случайно нашел человек и доставил властям. Власти были в шоке, когда увидели, что он ведет себя как шимпанзе. Даже ходил, как они, волочая руки по земле. К сожалению, даже после нескольких лет жизни с людьми, он продолжал оставаться скорее шимпанзе, чем человеком. Он часто запрыгивал на какую-то мебель и выбрасывал предметы. К сожалению, у этой истории плохой конец. Врачи не смогли реабилитировать его психическое состояние, и вскоре он скончался.